Сетка натянута, ракетки готовы. Можно начинать. Чемпионат России по бадминтону среди ветеранов традиционно стартует с марша участников и торжественного открытия. Ожидания самые лучшие, попытаться победить во всех категориях. А там уже как получится, соперники сильные всегда. В принципе, а как вам организация? На данный момент вот это, по-моему, самая лучшая организация, которая, ну, за все мои участия на чемпионатах России. На Ставрополье приехали более 200 бадминтонистов из 50 регионов России. Больше всего участников из нашего края и Краснодарского, Москвы и Ростовской области. Естественно, прежде всего спортсмены интересует спортивный комплекс. У нас отдельно проведено нормальные курсы. Судьями ребята судят на вышках. У нас включена система Телекорд, которая системно по стримам, значит, ведет трансляцию этого всего. Ну и также здесь, в общем-то, в рамках индустрии гостеприимства у нас достаточно большое количество сюрпризов и мероприятий для наших гостей. Один из сюрпризов – ярмарка продукции ставропольских товаропроизводителей. Как мы знаем, залог любого качественного продукта – это его составляющая. То есть мы очень следим за этим, чтобы были составляющие очень хорошие. Закупаем хорошую говядину через официальных тех, кто выращивает говядину. Свинину, индейку, баранину. Что еще? Курицу закупаем очень хорошего качества. И также специи. Ярмарку организовали при поддержке Думы Ставропольского края. Выставка нужна, чтобы показать качество нашей продукции гостям региона. Пока одни наслаждаются ярмаркой, другие разминаются перед игрой. Спортсменам предстоит выступление в одиночных и парных разрядах. Мы, во-первых, здесь увидим всех наших лучших. А это у нас именитые спортсмены, многократные чемпионы Европы, мира среди ветеранов. Надо отдать должное Судовцову Дмитрию Николаевичу, что он смог организовать этот турнир на самом высоком уровне. Ну и, конечно же, огромное внимание оказал губернатор Владимир Владимирович. Да? И я думаю, благодаря этому организация идет на самом высоком уровне. Самому старшему участнику чемпионата 88 лет, а самому младшему 35 лет. Соревнования продлятся до 26 июня. Мы постоянно ездим в чемпионаты России, это для нас нормально. Хорошая организация, прекрасная. Вот тут целая улица торговая, такого мы нигде не видели, только здесь. Познакомились с энергичными спортсменами Илья Белозеров и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.